даже мало. Я коронавирус. Вот что бывает с машиной времени, Морти. Ты выставляешь так, чтобы она отправила тебя на несколько минут назад, а она перемещает тебя на 10 лет в прошлое. И ты участвуешь в онлайн-бетле. Доставай секундомер, за минуту раскидаю, как создали батл рэп. Из офлайна пары мы идем обратно в интернет. Через год, походу, все начнут фристайлить во дворе. У меня своя лопата, копаю могилу, где спит Африка бомбата. Цита Россия, диско-малярия. Нас в финале поджидает сникерс урбания. Мне снова 15, и я батлю на онлайнах. Призовой потрачу весь на ящик ягуара. Палец пахнет пищей, ведь я сегодня ебался. Расскажу об этом всем, и там понюхать пальцы. Плоская кепка, широкие джинсы. Онлайн-бэтлы, худи 3XL. Мы реально в прошлом? Это все реальность? Рэпер с ником ЧП, сомнений не осталось. Это Ералаш Флоу, это КВН. Рэп, это ваш клоун, это шоу для вас всех. Это Ералаш Флоу, это КВН рэп. Поднимаю хип-хоп, поднимаю на смех. Это Ералаш Флоу, это КВН рэп. Это ваш клоун, это шоу для вас всех. Это Ералаш Флоу, это КВН рэп. Поднимаю хип-хоп, поднимаю на смех. Это злой малой, я говорю дерьмо. У меня с собой, что миллионы флоу. Я бреду и разъебу, дай мне несколько минут. Что эти рэперы делали все это время? Куда вы пропали, братва? Искали походу работу, детей заводили и пылили Comedy Club. С форума не вылезали, который любой адекватный забудет назад. Зоб теперь суперзвезда, диван разрывает топ-чат. Я хочу модератором быть, перебойный пиздаток МС. Если чё, я тот самый псих, кто взломал сайт. Удалив хуям результаты, я сих. Император джигит, со мной призраки силы. Дигит и драгу и хит. ЧП, у тебя ДЦП, ты поднимешь голос, лишь подняв в проекте показатель децибел. Я король, президент, император. Man. Упакую в батю-бэк, тебя закину в мини-вэн. Не, на самом деле, ты же умеешь останавливать время. Ты же с планеты андеграунд рэпа. У вас там время протекает куда медленнее. У вас сияют звезды, но как-то незаметные. Иначе как объяснить, что ебашишь всю жизнь? Но уверенно шагаешь к первой тысяче подписчиков. И твой новый трек похож на твои старые. Я презираю вас то, что вы не развиваетесь. Это Ералаш Флоу. Это Ералаш Флоу, это КВН рэп. Это ваш клоун, это шоу для вас. Это Ералаш Флоу, это КВН рэп. Поднимаю хип-хоп, поднимаю на смех. Это Ералаш Флоу, это КВН рэп. Это ваш клоун, это шоу для вас всех. Это Ералаш Флоу, это КВН рэп. Поднимаю хип-хоп, поднимаю на смех. Больше сюда не пшим, бля. Слушается уголовное дело в отношении Джарахова Ильдара Казан... Казан что? Казанфаровича. У следствия есть основания полагать, что в течение нескольких минут подсудимый совершал сексуальное насилие по отношению к ушам слушателей, а также вследствие вопиющей бездарности развратные действия, направленные на мозг аудитории. Прошу зачитать обвинительное заключение. Нашего племени, хей! Грязный плебей, вставай на колени. Будем судить за растление неокрепших умов молодых поколений. Тут без полемики ясно, чем занимался в ютубе ваш гей-клуб. Всем и так известно, мой друг, сколько болтов у тебя побывало во рту. Эй, паспорту, это просто немыслимо. Посмотри, до чего рэп докатился. Блогер поет про создание физика, мнит себя настоящим артистом. Что будет дальше, мистер? А? Джонни Бой соберет олимпийский? Я искренне жажду завершить этот цирк ритуальным убийством. Вот это жара! Темный шаман объявил священный джихад. Кинжал прошептал мне, что ты рано покинул любимый кишлак. Закон шариата просит называть тебя мерзкий шакал. Да мне и часа не хватит, гадина, чтоб засчитать за каждый зашквар. Чтобы раскрутить аккаунт, надо делать каминг-аут. Это четко знал Ильдар и неприлично был богат. Шло бабло на мастер-карт, сверху словно божий дар. Но когда парит джиггернаут, трепещи очко жида. Это я шел дело и собрал все улики. Да, гребаный фрик, это я стащил из аптечки все инсулинки. Давай не скули, что судейский состав к инвалидам предвзят. Батл это резня, да, и ты ответишь за каждый косяк. За то, что культура в упадке, это ты виноват. Звони адвокату, могила исправит Горбатова. Так что добро пожаловать в хату к пернатым. Дело закрыто, хоу щит, ты сегодня будешь опущен. Да ты и сам задесишь себя так, что и у меня не получится лучше. Ну и рожа у тебя, Джарахов. Ну чё, КВНщик, вешайся. Из тебя сегодня мы сделаем женщину. Это тебе будет легче, наверное, чем целовать зад поперечного. Ты не поймешь, о чем это речь. Да ты непрогибаем, амиго. Единственный дак, который никогда не сможет бросить прогиба. Наверное, обидно, когда ты миг
микро. Это будет коррида, ты любишь яркие тряпки, Питер. Ты будешь убит девятым калибром. Знаешь, Эльдар, я бы не стал при людях называть тебя ураган. Ты скорее Диатес в этом батле. Появился и сразу пошел по рукам. МС слева, представься, злой малой из Новокузнецка. На мерзком ебале написано, будто бы в детстве отмотал пятилетку в Освенциме. Это не Версус, карлик, да, я тебе не какой-нибудь Ларин. Здесь мы нахально пиздим ногами и блогерам в спаррингах в рожу харкаем. Фу, блядь, наплодили тоже генетический мусор. Кто голосует за эту пидоту, стопудово страдает отсутствием вкуса. Я не обуздан в этих делах, но что, сестра, ты уже потекла? Это не ваш петушиный клик-клак, Крем-клан здесь, чтобы ты подпевала. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ЧП, это хищник, а твой подписчик, каждый знает, какое ты днище. И не ищи проблем себе, брачок, гони печаль, отмечай эту дату красным в дневнике хача. Толпа кричит виновен, трибуны просят кровь. Я буду у микро властелином твоих фобий. И гнать за каждый коммент — это костяк модного блогера. Если я в этом раунде паду, за меня отомстят мои 40 ронинов.